Глава молдавского государства Майя Санду вместе с администратором Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр приняла участие в беседе с гражданами Молдовы, проживающими в Соединенных Штатах Америки. Переговоры были сосредоточены на ситуации в регионе и в стране, а также на замечательной мобилизации наших сограждан из Молдовы и из-за рубежа для помощи беженцам из Украины. Президент поблагодарила за организованный ими сбор средств в поддержку спасающихся от войны. Майя Санду также оценила заинтересованность участников беседы в происходящих в нашей стране процессах по важным направлениям, таким как реформа юстиции, обеспечение энергобезопасности, развитие свободной прессы. Президент заверила, что, несмотря на кризисы, которые мы переживаем, правительство продолжает свои усилия по модернизации Республики Молдова. В ходе беседы также обсуждалась поддержка, которую США оказывают нашей стране. «Мы договорились, что будем и дальше укреплять отношения с нашими соотечественниками за рубежом, привлекая их к продвижению Республики Молдова, к реализации инвестиционных и девелоперских проектов. Мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой, а пока госинституты должны выработать конкретные механизмы, которые позволят более широкое участие диаспоры в процессах трансформации страны», уточнила глава молдавского государства.